Добрый день, в эфире «Фабрика грез». Сегодня я хотела бы поговорить с вами об одной из самых харизматичных и стильных актрис советского и российского театра и кино Инне Михайловне Чуриковой. То, что Инна Чурикова – великая актриса, кажется, никому доказывать не надо. В своем родном Ленкоме ее называют царицей сцены. И это настоящее чудо. Это сейчас она такая экстравагантная, эффектная, загадочная. А в юности была угловатая, странноватая, откровенно некрасивая, а главное – абсолютно бесстрашная. Но кто еще из актрис, ну кроме разве что великой Раневской, был бы настолько равнодушен к своей внешности? Кто бы так не боялся быть откровенно некрасивой в кадре или вовсе выставлять себя на смех, как она? Так закончен последний роман. А ведь Инну Чурикову не хотели принимать ни в Щукинское училище, ни в школу-студию МХАТ, куда она пыталась поступить после окончания школы. А один из педагогов во время приемных экзаменов внезапно спросил нескладную угловатую абитуриентку: «Девушка, а вы давно в зеркало на себя смотрели?» После такого приема кто бы рискнул действовать дальше и в том же направлении? Она рискнула. Как наверняка бы рискнули и сыгранные ею в будущем героини. Но тогда она о них еще ничего не знала. Преодолеть неуверенность в себе и бороться с комплексами по поводу нетипичной внешности и не помогла мама, профессор ботаники. Она не отговаривала поступать в театральное, а только посоветовала прочитать на экзамене что-нибудь серьезное. До этого девушка читала только смешное. Инна послушала мать, и на этот раз попытка оказалась удачной. На экзамене в Щепкинском училище она вдруг заявила, что хочет стать великой актрисой, и расплакалась. «Либо дурочка, либо гений», – скажет про нее Вениамин Цыганков и возьмет на свой курс. После окончания учебы снова бездна унижений. Ни один московский театр не хотел брать актрису с такой нестандартной внешностью. Взяли только в ТЮЗ. Там ей приходилось играть в основном разнообразных зверюшек, а вершиной ее творчества была роль Бабы-Яги. Но у нее была огромная вера в собственное призвание. Инна Михайловна продолжала добросовестно относиться к каждой, пусть даже самой маленькой роли, что было вполне естественно для нее. Но она уже ощущала, что способна на что-то большее. Много позже Инна Чурикова рассказывала: «ТЮЗ стал для меня хорошей школой. Но прошло несколько лет, и я затосковала, надоела. Мне предлагают играть свинью, а я чувствую, что не могу больше хрюкать». В кино Инна Чурикова дебютировала, будучи студенткой, но играла на исключительно неудачливых и неуклюжих дурнушек. Потешных, как, например, в комедии «33», или жалких, как в драме «Старшая сестра». «Значит так, мы поедем с вами куда-нибудь в Медвежий угол, поселимся в шалаше, будем рыбачить, печь картошку у костра, она такая будет черная-черная, когда ее разломишь, она будет белая. Я для вас буду ходить по воду босиком, по прохладной утренней росе, а? Как?» «Спасибо, но я не могу». «Почему?» «Ну как? Что вы такое говорите? У меня семья, жена, дети». «Ну что?» «Да нет, просто я...» «Ну пускай, пускай. Я ведь вас все равно люблю. Ваня, милый, солнышко». «Что вы делаете?» Режиссер Георгий Натансон, снимавший фильм «Старшая сестра», вспоминал:
Все мы были заворожены удивительной и полной поглощенностью ролью, такой крошечной по объему и занимавшей так мало места в фильме. Сразу стало ясно, что эту актрису нельзя снимать привычными кинематографическими короткими кусками, что ее нужно снимать только на одном дыхании, одной сценой, иначе можно расплескать вот эту поразительную актерскую цельность. Когда ты сказала доброе слово и кошке, приятно. Так хорошо. Так тихо сказала. У меня из глаз слезы потекли. Действительно, Надь, приятно. Ты ведь знаешь, как ко мне относятся в общежитии? Когда тебя не взлюбят, потом уже очень трудно разубедить. Но вот пришла ты. Сказала доброе слово. Ушла. Хотя, в общем, ко мне относятся по-прежнему. Инну Чурикову охотно приглашали на эпизодические роли. Режиссеры быстро оценили дар Чуриковой. Одушевлять самые неодушевленные лица и оживлять самых безжизненных персонажей. Комедийные образы, созданные Чуриковой на экране, показали, что родилась актриса, для которой нужно писать специальный сценарий и у которой должен быть свой режиссер. Ой, принцесса. Как есть принцесса. Правда? Ага. Принцесса. Ну-ка. Притомилась. Упрел. Терпи. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. В 60-е годы она сыграла своих чудесных Марфушеньку Душеньку в «Морозко» и белокурую Жози в «Неуловимых мстителях». Но сама Чурикова считала это совсем маленьким вкладом в искусство. Тогда она еще не знала, что один ленинградский режиссер и его команда разыскивают именно такую неоднозначную актрису. Выпускник высших режиссерских курсов Глеб Панфилов однажды случайно натолкнулся на военную повесть, которая так его восхитила, что он вместе с Евгением Габриловичем написал по ней сценарий фильма «В огне брода нет». Актрису на главную роль художника-самородка Тани Теткиной он искал долгое время, пока вдруг не увидел в каком-то случайном фильме, шедшем по телевизору, удивительное лицо, тихое, светящееся и совсем молодое. Он обошел все ленинградские театры и киностудии, распечатал, размножил и раздал фотографии этой девушки своим помощникам, которые побывали во всех театральных вузах, разыскивая незнакомку. Но все безрезультатно. Так прошло полгода. Режиссер потерял надежду, стал пробовать на роль Тани других артисток. Как вдруг в гости к приятелю приехал Ролан Быков. Именно он, прочитав сценарий, сказал, что как раз в московском ТЮЗе есть актриса, которая подошла бы на эту роль. Ее зовут Инна Чурикова. Нетерпеливый Панфилов отправил своего помощника в Москву. И уже на следующий день ассистент позвонил. Нашел, читает сценарий, обещает приехать, если сценарий понравится. Еще через день Глеб Панфилов, ничего не подозревая, вошел в павильон и остановился неподвижно. У его стола сидела та самая девушка, которую он уже отчаялся найти. Скорее, Игнатич! Скорее бы уж мы победили! Трудно, Игнатич! Скучает народ! Скорее бы! Иди спи! А ведь ты правда тогда сказал. Не будет этого. Чего этого? Чтобы все счастливые были. Вот ты, Игнатич, ты никогда не будешь счастливой. Это еще почему? Потому что глаза у тебя не те. Да! Эх, Танька, Танька. Учишь вас, учишь. Материализму. А вы все свое. Панфилова настолько поразила необычная актриса, что он твердо решил снимать ее в своем будущем фильме. Когда же режиссер показал фотографию Чуриковой драматургу Евгению Габриловичу, с которым он написал сценарий, тот испуганно воскликнул: «Бери какую угодно, только не эту».
Но решение режиссера было безоговорочно. И после долгих сомнений и колебаний руководство киностудии «Ленфильм» все-таки утвердило Чурикову на роль Тани Теткиной. В этой работе необычайно ярко раскрылся незаурядный драматический талант молодой актрисы. Вместо водевильно гротесковой Чуриковой перед зрителями вдруг предстала необыкновенно чувственная и глубокая натура. Это, знаешь, в тебе вера. Вера. Так, вера в тебе. Да. Так. Ну, а за веру нужно страдать. Ты готова страдать? Как это? Ну, вот пострадать. Когда? Завтра. Хочешь сегодня? Как хочешь. Завтра. Именно Панфилову принадлежит открытие редкостного таланта актрисы, способной сочетать в себе склонность к острохарактерному рисунку, искренность и лиризм в раскрытии чувств, подлинный драматизм судеб, а подчас и трагическую самоотверженность неожиданно волевых женских характеров. Но несмотря на яркие образы, созданные Инной Чуриковой во многих фильмах, именно счастливый союз с Глебом Панфиловым помог полностью раскрыться таланту актрисы. Вместе они создали такие блестящие образцы киноискусства, как «Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «В круге первом», «Без вины виноватые». Судьба соединила двух талантливых людей не только в великолепный творческий союз, но и в семейный. Второй совместной работой Инны Чуриковой и Глеба Панфилова стал фильм «Начало». В нем, кроме двух сюжетных линий, истории ткачихи Паши и съемок фильма о Жанне Д'Арк, присутствовали автобиографические данные Инны Чуриковой, ее детские фотографии и отрывок из спектакля про Бабу-Ягу. Я летаю на метелочке, я скачу, кручу, свертюсь. Могу кошкой, могу мышкой, могу голуби блететь, могу девицей, красавицей с парнями песни петь. Ярким пламенем горю, кого по свету пою, как колотую имя путаю и просто соблазню. Когда картина вышла на экраны, она произвела настоящий фурор. Зрители назвали Чурикову лучшей актрисой года. Сам фильм получил «Золотого льва» на престижном Венецианском кинофестивале. А об эпизодах с Жанной Д'Арк с одобрением отозвались французские кинематографисты. С этого момента Инна Чурикова стала настоящей актрисой. Как бы ни критиковали ее внешность, режиссеры смогли рассмотреть в ней невероятный талант. Инна Чурикова стала звездой. Нет. Они мне мешают. Они мне мешают! Они мне мешают! Федор Васильевич, они мне мешают! Отпустите меня! Я ж не сумасшедшая! Ну, прекрати ты это! Ну, отпустите меня! Скорее дайте кто-нибудь воды! Успокойтесь! Отойдите от меня! Федя, ну, прекрати ты! Так же нельзя! Дайте пилу! Пилу? Что ты знаешь, зачем это? Не надо, я все поняла, сейчас все сделаю. Встань. Кинематографические успехи актриса всегда подкрепляла не менее замечательными сценическими. Еще в 73-м году Инна Чурикова получила предложение от Марка Захарова, руководителя театра «Ленком», сыграть в спектакле «Тиль» по пьесе Григория Горина. Этому театру актриса хранит верность до сих пор. Актриса играет многие роли в спектаклях своего любимого театра, каждый раз демонстрируя и новизну прочтения образа, и блистательную широту актерского диапазона, и отточенное сценическое мастерство. На всех спектаклях с ее участием аншлаги. В телефильме «Тот самый Мюнхгаузен», поставленный Марком Захаровым с участием актеров своего театра, актриса создала запоминающийся острохарактерный образ покинутой жены Мюнхгаузена. Развод отвратителен не только потому, что разлучает супругов, но и потому, что мужчину при этом называют свободным, а женщину брошенной. Нет, не надо жалеть меня, господа. Не унижайте меня жалостью, пожалейте лучше себя. Марк Захаров называет Инну Чурикову своей королевой.
Чурикова обладает тайной. Ей подвластна магия преображения. Она может на глазах постепенно, зримо становиться красивой, своеобразной, уникальной, женской индивидуальностью, существом, которое обладает своим каким-то необыкновенным шармом и красотой. Параллельно с работой в театре актриса снимается в фильмах разных режиссеров. Наиболее памятные из этих работ – «Ребро Адама» Кшиштофовича, «Курьер» Шахназарова, «Ширли-мырли» Меньшова. В «Курочке ряби» Кончаловского Чурикова сыграла Асю Клячину, продолжив судьбу героини за четверть века до этого сыгранной Ией Савиной в истории Аси Клячкиной, которая любила, да замуж не вышла. Иная жанровая стилистика нового фильма, построенного на контрасте бытовой достоверности и гротеска, потребовала и иной актрисы, способной выдержать этот непростой диапазон. Варю, где страха-то нету? Там и порядка нет. А какая же демократия без порядка-то? За роль в фильме «Военно-полевой роман» Инна Чурикова получила гран-при на международном кинофестивале в Западном Берлине. Актриса играет женщину, сраженную, но не сломленную изменой любимого мужа, готовую все понять и простить. А что же мне делать? А? Нет, ну правда, ну ты прости меня, но я чувствую, что совершенно лишняя. Куда я не пойду? Я же ведь тоже хочу быть счастливой. Я хочу быть с тобой. Я не хочу быть одна, Саш, понимаешь? Никуда я не пойду. Но иди, тебя жду. Ты никогда никого не обманывал. Когда Глеб Панфилов предложил Инне Чуриковой сыграть Васю Железнову, она сначала отказалась. После того, как мы начали фантазировать, после того, как я поняла, что Вася любит своего мужа единственной сильной любовью, что она любит свой дом, своих девочек, после того, как мы стали слушать романсы, которые слушала Вася, я сказала, давай попробуем. Вася – одна из лучших ролей Инны Чуриковой. Молодая, по пьесе ей всего 42 года, любящая, женственная, несчастная, невольно ставшая железной, жестокая, грязная, пошлая жизнь втянула ее в этот круговорот. Святая душа, ставшая жертвой распутного и корыстного мира. Легендарная Фаина Раневская писала, «В Инне Чуриковой мне интересна ее неповторимость. Она необыкновенно достоверна. Я верю каждому ее движению, взгляду. Я верю ее глазам». В своем творчестве Инна Михайловна привыкла удивлять публику. Удивила она и в фильме «Мать», снятом Панфиловым по одноименному роману Горького. Сколько было сомнений, нужен ли сегодня этот соцреалистический хрестоматийный роман? Панфилов снял отличный фильм и убедил в том, что Чурикова действительно может все. Лицо Инны Чуриковой – это особый от Бога талант, как голос певца, руки виртуоза, зрение художника, слух композитора, пишет биограф актрисы Алла Гербер. Ее же судьба одарила лицом, которое может все. Все сложнейшие пассажи человеческой души в состоянии услышать и выполнить это лицо. Ее героини сильны в своей слабости и беззащитны в своей силе. Они все идеалистки. Женщину такой внутренней силы и испепеляющей искренности на экране просто не встретишь. Еще в Инне Чуриковой есть некая цельность ума, души и таланта, которая не только убедительнее красоты или же встречается, но и гораздо глубже волнует. У нас сегодня вечер был на работе. И меня попросили почитать стихи. Ну, у меня было плохое настроение, но я взяла себя в руки, вышла на сцену. Я читала «Бьют женщину» Вознесенского. Сначала зал молчал, а потом ты себе представить не можешь. Овации, море цветов. Гениальной актрисе Инне Михайловне Чуриковой подвластно кажется все. Трагедия и комедия, гротеск, эксцентрика и тончайшая психологическая вязь на сцене. Бывает, ее неузнаваемо меняет грим, парик, платье, но глаза смотрят так же пристально и доверчиво. Звучит тот же негромкий, необычайно выразительный, с теплыми грудными интонациями голос. Глеб Панфилов, как в сказке, заметил неизвестную, некрасивую молодую актрису и ревностно и рискованно поддерживал все эти годы ее уникальный дар, позволяющий играть главное в человеке – любовь и талант. Thank you.
Сегодня Инна Михайловна Чурикова признана, востребована, любима коллегами, зрителями, близкими. Она настоящая прима, имеет множество государственных наград и единственная российская актриса, кто был удостоен почетной независимой премии «Триумф» за вклад в российское искусство. А на сегодня все. Оставайтесь с нами и желаю вам приятного просмотра. До свидания.